Пацаны, привет всем, он приехали, установил не кент мой, ручник хочу запилить, у меня уже один есть такой на Татре, я еще не выезжал, не ездил, обоссаться и не жить, пацаны, тема удобный, родное, вот это вот, как его назвать, очко, их у меня штук 6, блин, всех шипят, и, блин, разбираешь, а там какие-то пластмасски, ну, не надо вот мне этого, кому вот нравится, интересно, он, могу показать, вот, это, по-моему, с мана пятитонника, цена там ему тоже на разборке рублей, я думаю, 500, как бы вот, видите, зачалили пластичком, вывели на родные трубочки, он, чик, все, уголок, кронштейн, не знаю, видно или нет. Они есть разные. Воздух и снизу. У меня с нижним воздухом на изоленте взяли. Ну, меня устраивает. И на изоленте. Виталька его мне самый сильный воздушник сделал, разобрал. Все там поменял. Сказал, что будет работать. Прикол в чем? Как он? Гляньте, пальчиком раз, все. То есть удобно, и если особенно задом сдаешь, когда, знаете, вот вооруженным им, то есть, ну, класс, то есть он именно, ну, работает, гляньте, чик-чик, ну, супер, честно, вот этот тормаживает, чтоб руль у вас крутился передок, то если с горы где-то, у нас тут горы небольшие, но есть, а вечная ж работа где-то, он, смотрите, отсюда вот, кронштейн, тупо уголок на родные места, он, и все, как бы особо рассказывать нечего, ну, хочу поделиться информацией без всякой задней мысли, ПДВ и того подобного, то есть, ну, кому будет нужно, может быть, он, жена моя, и идет, только с работы приехали. Как-то так. Все, пацаны, всем привет. Сегодня яму окончили сливную. Сейчас надо ехать там еще что-то рыть. Не знаю, что. Ну, вы поняли, пацаны, тема. А, и удобно. Вот он его вынес. Гляньте, вот какой угол. Вот ты едешь, вот не знаю. Сейчас попытаюсь вот снять. Вот класс. Рука, ну, у родного аж рука, блин, вверх поднимается. А здесь только класс пальчиком. Все. Не надо ничего оттягивать, ну, затягивать, ну, удобно, честно, обоссаться. Все, братья, не буду много тут рассказывать, как бы ни о чем. Вот такая ситуация, все. Пацаны, всем привет, до новых встреч в эфире.